Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы находимся с вами сегодня на выставке Energy Expo 2017, и нашей собеседницей является ведущий аналитик отдела адресных проектов закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Светлана Волошина. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Михаил. Что вы здесь делаете? Расскажите, поделитесь секретом. Здесь проходит конференция, посвященная проблемам и перспективам развития электротранспорта. Конференция идет уже несколько часов. Выступило достаточное количество презентеров. Рассказывали про электротранспорт, в основном про автомобили, про заправочные станции, про проблемы развития как у нас в стране, так и во всем мире, про перспективы. И знаете, я заметила такой момент, электротранспорт в основном воспринимается пока все-таки у нас как что-то далекое, что-то скорее люксовое и индивидуальное. Про то, что электротранспорт можно использовать для перевозки пассажиров, очень-очень сказано мало, буквально показано несколько моделей автобусов. Мы знаем, что в Минске ездит одна экспериментальная модель, но, в принципе, на этом все пока закончено, и складывается впечатление, что дальнейшего развития эта тема в ближайший год, по крайней мере, до следующей выставки, не получит. Поэтому... Ну, мы, наверное, докажем же обратное. Да, поэтому, собственно, я здесь, для того, чтобы немножко расширить горизонты, показать возможности электротранспорта, понятное дело, нашего на втором уровне, для перевозки пассажиров, как это может быть экономично, экологично и насколько удобно. Я скоро совсем буду выступать, приходите меня послушать, я думаю, что будет интересно. Мы не только послушаем, но еще и запишем. Нужно нам как-то отчитаться перед партнерами? Желаем вам всяческого успеха, и я думаю, что вы должны что-то сказать им в напутствие. Строй SkyWay, спасай планету! Хотела немного раскрыть тему использования электротранспорта для грузовых пассажирских перевозок. Даже для личных автомобилей существует большое количество проблем, для городского пассажирского транспорта их еще больше. В первую очередь это низкая скорость движения, которая в городе составляет в среднем где-то 20-30 км в час. Экология и шум от автобусов, допустим, и троллейбусов тоже раздражают горожан. И высокая стоимость строительства – это дороги, это дорожные развязки, это большая площадь под депо – тоже требует определенных вложений. Если мы перейдем от двигателей внутреннего сгорания к электротранспорту, какие из проблем выше обозначенных можно будет решить? В принципе, основа – это экология. Эта тема очень популярна в Европе. И мне приятно, что в Беларуси, в России про нее тоже думают. Но все-таки, как показывают опросы, и население, и правительство больше волнуют другие аспекты. Например, стоимость все та же строительства, создание инфраструктуры, то, что дороги нужно строить, постоянно ремонтировать. И то, что волнует простых пассажиров, которые каждый день вынуждены добираться на работу и с работы, это крайне низкая скорость движения. Электротранспорт, замена двигателя, эта проблема не решается, потому что дело совсем не в конструкции автобуса, дело в пробках, в растущем количестве автомобилей. Как вариант решения этой проблемы, конечно, придуманный вариант, есть, например, метро. Однако, во-первых, его очень сложно строить, что мы видим в Минске, оно растет не быстро. Во-вторых, очень дорого. На картинке дубайское метро, оно современное. Оно комфортное для пассажиров, оно управляется автоматической системой, но стоимость 100 миллионов за километр – это крайне дорого, и далеко не каждый город себе может такое позволить. Здесь система вынесена на второй уровень. Чаще всего это под землей, но не суть. Можно создать транспортный комплекс на втором уровне, над землей. Но эта идея очень нравится ЗАО «Струнные технологии», мы над ней работаем много лет, но практически такая активная фаза реализации проекта длится около 2 лет, с того момента, как под Марьиной Горкой нам была выделена земля.
Там мы построили наш экотехнопарк, несколько видов путевых структур, на которых мы тестируем и демонстрируем электрические транспортные средства, в том числе городские для перевозки пассажиров. Это реальные фотографии. У нас есть и грузовой транспорт, и индивидуальные, это мини-байки на 2 человека. Здесь отражены мини-бусы, это 14 человек, и вот этот двухсекционный на 28. Все это в реальности есть. Давайте посмотрим видео. За несколько секунд мини-бус на 14 человек разгоняется до скорости 80 км в час. Это видеосъемки уже уходят за несколько недель, и с последних испытаний информация более 100 км. Он может развивать очень плавно, автоматическая система управления его разгоняет, очень плавно тормозит. Свои транспортные средства мы делаем сами. Из-за исключительной аэродинамики требуется высокая точность производства, поэтому у нас очень грамотная команда, работает более 70 человек, и все оборудование современное. Электроника. Мы делаем различные типы здесь на картинках. Допустим, видно трехсекционный юнитар, который мы показывали неделю назад. Здесь на транспортной неделе на 18 человек. Также стоит несколько вариантов юнибуса. Почему такие небольшие, скажем так, цифры? 14, 18. Как правило, поезда строятся на 70, на 100 человек. Большой путь, тяжелая эстакада. Но какой принцип мы видим, допустим, в метро? Большое количество людей 3 минуты ждут одну электричку. Заходит в нее большая тяжелая электричка с большой нагрузкой, проезжает по эстакаде и 3 минуты дальше стоит. Организуем логистику при помощи, опять-таки, автоматизированной системы управления таким образом, что транспортные средства могут двигаться с большой частотой, отправляться от 2 секунд. На самом деле в реальном времени, в реальных условиях они не будут так часто отправляться, потому что просто нигде в мире нет такого пассажиропотока, чтобы каждые 2 секунды в одном направлении станции, это в одну сторону и в другую, нужно было отправлять 14 человек. То есть это очень высокие пассажиропотоки, которые, может быть, есть в Индии, но пока мы с такими трассами не встречались. В принципе, то, что мы считаем, это 10-15 секунд отправления, очень экономно по времени, благодаря тому, что путь отдельный, люди экономят не только на скорости, но и на ожидании. Технические характеристики юнибуса. Обратите внимание на расход электрической энергии, конечно, с включенной, с выключенной климатической установкой, это либо обогрев, либо кондиционирование, они отличаются, но расход довольно низкий, и мы постоянно работаем над этим. Юнибусы могут питаться от сети, есть автономные батареи, запас хода 200. За счет чего достигнута такая высокая энергоэффективность? Здесь на самом деле заложено очень большое количество различных технических решений, которые находятся в первую очередь под капотом транспортного средства. Это большая работа над аэродинамикой, над тем, чтобы сделать артифазик исключительно точным и ровным, над применением стальных колес и стальных рельсов за счет рекуперации энергии. Также есть возможность использования возобновляемой энергии. Все это выливается в довольно низкие эксплуатационные затраты, потому что кроме экономии на электроэнергии, есть еще экономия за счет заработной платы, потому что управляют подвижным составом автоматизированная система управления. Плюс по весне струнный рельс ремонтировать не нужно. В итоге мы получаем что? Вот это затраты стандартного транспорта. Если электромобили, допустим, электробусы могут сократить затраты на топливо, ну, наполовину. Все равно все остальные затраты на зарплату, на ремонт, они, как правило, остаются. Поэтому здесь экономия просто в разы больше, чем на другом транспорте. Мы привыкли к тому, что что-то новое, инновационное, последние модели, последние разработки, как правило, стоят дорого. На самом деле, такая транспортная система, и в этом ее несомненный плюс, к тому же стоит дешевле, чем строительство метро, либо дорог,
инфраструктуры для автобусов и трамваев. Во-первых, рельс эстакада, она прочная, она тонкая, жирная, и ей не нужно выдерживать настолько сильные нагрузки, как обычная эстакада. Во-вторых, необходимости нет большого землеотвода, то есть опоры ставятся точечно, под опорами можно ходить городская застройка, могут ездить автомобили, могут ходить люди, расти в поле или по-другому использоваться земля. Ну, конечно, такая система может на самом деле найти применение во всем мире, и может быть охвачен любой город, города могут быть соединены между собой, единую систему, план захвата мира, мы себе обрисовали. Вот. Если кому-то интересна эта тема, если кого-то заинтересовала, я готова ответить на вопросы, поделиться информацией, вообще обсудить эти мысли. Спасибо большое.